Начался прием предложений по благоустройству сквера Победы в Усолье. О реконструкции этого значимого исторического места усольчане говорили несколько лет. На сегодня разработан дизайн-проект, основной задачей которого – организовать территорию для комфортного отдыха людей и сохранить существующее озеленение. В сквере будут установлены тематические стенды о событиях и героях военного времени, победах в спорте, науке и культуре. Это поможет сохранить и передать будущим поколениям ценные исторические сведения, а также знать о новых достижениях своих земляков. На территории появится живая изгородь, цветники, парковка, освещение и видеонаблюдение. Подробно ознакомиться с проектом можно на портале Госуслуги. Предложение по благоустройству принимается до 15 февраля.